Специальность терапевтическая стоматология, экзаменационная станция обезболивания в терапевтической стоматологии. Вы врач-терапевт-стоматолог. Вам требуется оказать необходимую стоматологическую помощь пациенту. Анамнез собран, данные занесены в медицинскую карту. Проведите необходимую анестезию, соблюдая правила асептики и антисептики. Информированное добровольное согласие подписано. Все действия, которые вы будете производить, необходимо озвучивать. Я изучила медицинскую документацию пациента. Здравствуйте, меня зовут Наталья Васильевна Воробьева, я врач-стоматолог-терапевт. Представьтесь, пожалуйста. Иванова Екатерина Петровна, 35 лет. Екатерина Петровна, нам необходимо измерить артериальное давление и пульс. 130 на 80, пульс 76. Скажите, пожалуйста, вы страдаете хроническими общесоматическими заболеваниями, принимаете лекарственные средства на данный момент? Общих заболеваний нет, лекарственные препараты не принимаем. Сегодня нам необходимо с вами провести анестезию. Есть ли у вас вопросы по проведению манипуляции? Вопросов нет. В кабинете есть все необходимое для проведения анестезии. Стерильные инструменты, стоматологический лоток, стоматологическое зеркало, стоматологический пинцет, стоматологическое зеркало, карпульный шприц, шпатель, аппликационный анестетик, аппликатор, карпула с анестетиком, инъекционная игла. Иду обрабатывать руки гигиеническим способом. Будем считать, что руки обработаны. Привожу стоматологическую установку в необходимое положение. Вам удобно? Да, удобно. Визуализирую полость рта. Надеваю шапочку. Маску. Перчатки. Занимаю удобное положение справа от пациента. Провожу внешний осмотр пациента. Лицо симметричное, конфигурация лица не нарушена. Открывание рта свободная, в полном объеме. Оцениваю регионарные лимфатические узлы. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. Провожу стоматологический осмотр. Провожу антисептическую обработку полости рта. Стоматологический пинцет, марлевый тампон, раствор антисептика. Откройте рот, пожалуйста. Утилизирую подходы класса Б. Наношу аппликационный анестетик вместо вкола. С помощью аппликатора и аппликационного анестетика. Утилизирую аппликатор в отходы класса Б. Открывайте рот, пожалуйста. Собираю инъекционную карпульную систему. Необходимо провести антисептическую обработку карпулы с помощью раствора антисептика. Вставляем карпулу в карпульный шприц. Вскрываю инъекционную иглу. Утилизирую нижний колпачок, соединяю инъекционную иглу с инъектором карпульны, фиксирую иглу, проверяю проходимость анестетика. Смываем аппликационный анестетик. Обеспечиваем обзор места проведения анестезии. Пальпируем ретромолярную складку. Позиционируем иглу, карпульную систему относительно места вкола иглы. Корпус шприца располагаем на премолярах с противоположной стороны.
Инъекционная игла между проекцией височного гребешка и крыловидной нижней челюстной складки на уровне середины ее высоты. Производим вкол. Погружаем инъекционную иглу в ткани до упора в кость. Производим аспирационную пробу. Аспирационная проба отрицательна. Не извлекая иглы, разворачиваем корпус шприца в сторону фронтальной группы зубов. Погружаем иглу в ткани на 2-2,5 см. Производим аспирационную пробу. Аспирационная проба отрицательна. Выводим оставшееся количество анестетика в мягкие ткани. Выводим инъекционную иглу. Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Мы закончили проведение анестезии. Разбираем карпальную систему. Утилизируем инъекционную иглу в непрокалываемый контейнер для отходов класса Б. Утилизируем карпалу в непрокалываемый контейнер отходов класса Б. Опускаем многоразовый карпальный шприц в лоток для дезинфекции. Убеждаемся в наступлении анестезии. При дотрагивании инструментом вы чувствуете что-то? Нет, не чувствую. Анестезия наступила. Снимаем перчатки, утилизируем в отходы класса Б. Снимаем маску, утилизируем в отходы класса Б. Обрабатываем руки гигиеническим способом. Будем считать, что руки обработаны. Делаем запись в медицинской карте стоматологического больного. Рекомендации: после проведения анестезии исключить прием пищи до прохождения анестезии.